Мое появление...
Завязывать с этим. Что это? Убирайся! Ты умрешь здесь! Что тебе нужно? Отстань от меня! Хорошо, хорошо, я пойду с тобой. Мои охранники мертвы. Победа за тобой. Пожалуй. Он доставлен. Поговорим об Аджум Каджине. Тебе удалось привести его сюда. Хорошо. Я хочу знать, какова их численность и кто их возглавляет. Я также хочу знать источник их силы. Заставь его говорить. Если сможешь добиться своего уговорами, отлично. Нет, примени силу, но не убивай его. Нам нужно, чтобы он заговорил. А теперь скажи ему, чтобы он сел. Если он попытается встать, я сам убью его. Что тебе нужно? Ты собрался меня пытать? Ха! Делай, что хочешь. Хорошо. Тебе не напугать меня. Бей меня, пытай меня, я... Ничего не скажу тебе. Возможно, ты понимаешь. Возможно, я смогу помочь тебе. Немного. Ни за что.
Я скорее умру. Я ничего тебе не скажу. Сейчас у нас больше сотни бойцов, и мы растем с каждым днем. Нет, я не предам его. Я ничего тебе не скажу. Ты заплатишь за это. Я не буду говорить с тобой. Никогда. Делай, что хочешь. Ты заплатишь за это. Поработай с ним, пока он не заговорит. Попытайся не убить его. Заставь его заговорить. Перестань, пожалуйста. Что это? Что тебе еще нужно? Ни за что. Я скорее умру. Я ничего тебе не скажу. Прости меня, мастер. Это Ризакар. Он возглавляет нас. И он снимет тебе голову. Он убьет вас всех. Я больше ничего не скажу. Я выбираю смерть. Да здравствует компания «Черный лес»! Ха! Черт, он убил себя. Видно, у него был какой-то магический предмет, который мы не заметили. Тебе удалось получить от него информацию, и это хорошо. Мы сможем использовать ее. Вот, возьми, это может помочь тебе. Хотя информация, полученная от Аргонианина, весьма ценна, нам нужно знать больше. Тебе придется проникнуть в их ряды. Посмотрим, как они работают. Отправляйся в Леавин и присоединись к компании «Черный лес». Выясни секреты их успеха. Тебе придется действовать в одиночку. Держись подальше от меня и от других братьев из гильдии бойцов. Задание непростое, но ты справишься. Удачи!
Доброе утро. Чего хочешь? Нужна работа? Ты хочешь присоединиться к компании «Черный лес»? Хм, похоже, я о тебе что-то слышал. Ты из гильдии бойцов? Ты много делаешь для них в последнее время. Да. Что заставило тебя принять решение присоединиться к нам? Нет работы? Да, работы все родили не в проворот. И компания «Черный лес» с готовностью берется за нее. Мне кажется, силенок тебе не хватает. И опыта тоже. Но, может, мы найдем работу для тебя. Ты можешь присоединиться к нам, а там посмотрим. Похоже, тебе не терпится начать работать. Иди за мной в тренировочный зал. У нас есть задание, в котором тебе, возможно, захочется принять участие. Привет. Как ты сегодня? Отлично, спасибо. Ура! Пока. Удачного тебе дня. Салют! Вы четверо сейчас отправитесь на задание. Поселение у воды наняло нас, чтобы мы избавили их от гоблинов. Очевидно, они доставляют местным жителям беспокойство. Однако вы вчетвером должны легко справиться с этим делом. Вы трое уже, должно быть, готовы к выполнению задания. Но, как видите, у нас здесь новобранец. Я хочу поговорить с тобой, рекрут. Удвой внимание при выполнении этого задания. Иногда у новобранцев возникают сложности. Они не привыкли к нашим методам. Вот возьми. Это повысит твои способности в бою. Мы часто используем это. Это хорошая, очень хорошая вещь. Это? Ну, это подарок из болот Аргония. Живица Хиста. Дар моей родины. Хист так много дает нам. Так много. Не будь тупицей. Мы привезли с собой сам Хист. Один великолепный Хист, который одаривает живицей всю компанию. Ловкие маги сделали это возможным. Магия и железо. Но сейчас нет времени говорить об этом. Ты выпьешь этот дар и пойдешь со своими новыми братьями. Выпей! Выпей! Нам нужно идти! Давай, выпей! За дело, новобранец! Выпей, и мы пойдем!
Вперед! Убить этих гоблинов! Всех! Тебе нужно провести зачистку, новичок. Осмотри дома. Пошевеливайся, чтобы мы могли побыстрее вернуться домой. Пробуждением? Наконец-то! Я уж начал волноваться за тебя. Именно это я хотел спросить у тебя. Тебя нашли без сознания на улицах Лейявина. Бойцы нашей гильдии принесли тебя ко мне. Хорошо, что они сообразили сделать это. А теперь расскажи, что там случилось. Они используют живицу Хиста? Говорят, что привезли дерево в Сиродил. Ничего себе! Я представить не могу, что живица может сотворить с нерганианами. Я не удивлен, что она на тебя так подействовала. Как я понимаю, эти люди выработали иммунитет к этой гадости. Я беспокоюсь о поселении у воды. Отправляйся туда. Проследи, чтобы компания не выгнала оттуда коренных жителей. Но будь осторожнее. Я волнуюсь за этих людей. Компании «Черный лес» нельзя доверять их жизни и дома. Отправляйся туда и посмотри, что там. Я подожду здесь. Этого не может быть. Какой ужас. Моя бедная Бьен. Бедная, милая Бьен. Какие чудовища это сотворили? Как такое могло случиться? Хотел бы я знать. Они все мертвы. Все. Даже моя бедняжка Бьен. Ты. Это ведь к тебе она тогда обращалась за помощью, да? Благодаря тебе она смогла расплатиться с моими долгами. Я слышал о тебе. Она никогда никому не причиняла зла. Кто мог сделать это? Какой монстр? Это были не гоблины. Наверное, это бандиты. Но почему? У нас ничего не было. Пожалуйста, уходи. Я должен похоронить мертвых. Что произошло в поселении у воды? Нет, целое поселение.
Я понимаю, что сейчас ты питаешь к себе отвращение. Сожалею. Впрочем, во всем виновата живица Хиста, а не ты. Теперь мы знаем, какую угрозу представляет собой эта группа. Возможно, даже лучше, чем они сами. Мы должны предпринять решительные действия. Для меня ясно, что нужно сделать. Это дерево Хист должно быть уничтожено. Это дерево – источник всех наших проблем. Это надругательство над самой природой, и его необходимо уничтожить. Пока у компании «Черный лес» есть доступ к этой живице, мы все в опасности. Боюсь, они уже не понимают, что творят. Тебе следует найти способ уничтожить Хист, хотя, думаю, Ризакар хорошо охраняет его. Вряд ли в их штаб-квартире тебя будет ждать теплый прием. Он воин, закаленный в битвах наемник, воевавший по всему Тамриэлю. Он держит свое ценное дерево в надежном месте. Тебе придется найти его ключ. Закончи с этим. Ты больше не из наших. Шпион гильдии бойцов. Твоей жизни пришел конец.
А? Тебе удалось сделать это? Уничтожить это мерзкое дерево? Отлично! Без этого дерева компания «Черный лес» превратится в обычную банду наемников. Благодаря тебе Всеродилие стало спокойнее. Я хочу дать тебе вот это. Надеюсь, он сослужит тебе хорошую службу. А теперь тебе нужно рассказать Велене Донтон о том, что произошло. Надеюсь, она поймет важность того, что мы сделали. Я полагаю, нашу работу можно считать выполненной. Ты отличный солдат, друг мой. Я горжусь тобой. Он принадлежал предку Арейну Медвежий Коготь, но веками считался потерянным. Найден лишь когда Малакат ошибочно решил, что наша линия прервалась. Он был возвращен мне чужеземцем, пришедшим с моей родины, Моровинда. Носи его с гордостью. Возможно, он поможет восстановить славу моего рода. Скажи ей прямо сейчас. Что новенького? Чернотопье стало еще опаснее, чем позади. Что тебе нужно? Я же велела тебе не попадаться мне на глаза. Полагаю, ты желаешь подать прошение об отставке.
Что такое? Я и понятия не имела, что все так плохо. Как тебе это удалось? С Арейном? Он был исключен. Я должна изгнать и тебя. Но нет, это не Арейна нужно винить, скорее меня. Я люблю гильдию бойцов и всех ее членов. Возможно, даже слишком. Моя забота о них ослепила меня, я не видела, что творится вокруг. Если бы не вы с Арейном, даже думать страшно. Давай поговорим о том, что сделано и как это повлияет на твое дальнейшее продвижение в гильдии. Учитывая твои последние действия, я лишаю тебя звания воителя. Твоя беспечность и безрассудность подвергли опасности и тебя, и всю гильдию. Однако твоя отвага не подлежит сомнению, а действия были продиктованы необходимостью. Я называю тебя мастером гильдии бойцов. С сего же момента. Гильдия уже не подконтрольна мне. Ты ее будущее. Отнесись к этому со всей серьезностью. Я желаю тебе удачи. Тебе предстоит еще многое сделать. Первым делом тебе нужно будет назначить своего заместителя. Мне кажется, лучшая кандидатура – Мадрин Арейн. Если он согласится занять это место, ты не пожалеешь. Полагайся на его мудрость и опыт больше, чем это делала я. Удачи! Иди поохоться. Thank you.